Висело солнце пред закатом низко, еще жару в округе излучая, вдали, от мест родных, от сердцу близких, сидел в раздумье юноша печальный. Он вспоминал, как жил с отцом и братом, как было хорошо в кругу семейном, как драгоценны отчие объятья в родительской заботе неизменной. А ныне он слезу смахнул, вздыхая: «Я одинок и никому не нужен, работаю, как раб, не отдыхая, и не имею ничего на ужин. Как мог я оказаться у корыта, где месиво свиное дурно пахнет, вокруг меня свиней нечистых свита, душа моя болит и тело чахнет. Не зная горя, жил я в отчим доме, отец меня питал и грел с любовью, теперь мой дух уныл, угрюм, изломан, и сердце бьется с неуемной болью. Как мог бежать из дома в мир распутный, как мог отца непослушанием ранить? Одно теперь мне имя — сын беспутный, в чужом краю отчаявшийся странник, лохмотья грязные — моя одежда, и пища горькая — рожки свиные. О, есть ли для меня еще надежда? Увижу ли времена еще иные? Стыжусь, я согрешил и понимаю, что пред отцом и небом я виновен, но к небесам свой взор я поднимаю, освобождение жду, хоть недостоин. Да, встану и пойду дорогой к дому, иначе для чего мне жизнь такая? Все исповедую отцу родному, на милость все прощения уповая. Встал и пошел, а за его спиною звучало хрюканье свиней бродящих, как едкая насмешка над судьбою от юности, изломанную ставшей. А в доме, где когда-то жил несчастный, отец, стареющий в тоске кручине, ни в ясный день, ни в пасмурно-ненастный, не забывал о странствующем сыне. Как только солнце горизонта светит, он на дорогу выходил из кущи и пристально смотрел, вдруг да приметит родного сына в путнике идущем. Так день за днем, разлукою томимый, таил отец мечту о встрече с сыном, шептал с любовью дорогое имя в надежде, что разлука скоро минет. А время шло. Дорога оставалась безлюдной, неприветливой, холодной, но вера старого отца взывала к святому небу сердцем благородным. Не может быть, чтоб сын о мне не помнил, ведь у него в груди не мертвый камень. Не может быть, чтоб не грустил о доме и не желал соединиться с нами. О, что же там вдали вдруг появилось? Какое-то пятно, все больше, ближе, не вижу четко, зрение притупилось. Да, это человек, какой-то нищий, но что-то в нем знакомое до боли. Походка, рост, осанка, все родное. О, неужели из своей доли дитя мое вернулось дорогое? И побежал отец навстречу сыну, и целовал, и плакал, пав на шею, а сын ласкал отцовские седины, моля: «Прости мне, отче, согрешенье. Я называться сыном недостоин, среди наемников позволь остаться». «О, нет», — сказал отец, — «я так доволен, нам не придется больше разлучаться. Мой сын вернулся, был он мертв, но ожил. Рабы, несите платье, обувь, перстень, в семье единство, веселиться можем. Готовьте ужин, будем кушать вместе. Пусть дом наш будет светел и украшен, сегодня в доме настоящий праздник. Пусть раздается ликованье наше, мой сын вернулся, это ли не радость?» О, слушающий, где ты пребываешь? Кому ты служишь? Кто твой господин? Чем душу свою вечную питаешь? С кем дружишь в этом мире? Кем, Вадим? Быть может, ты рожками из корыта уж кормишься давно, живя во мгле, и, может быть, душа твоя избита, изранена, измучена во зле. Быть может, ты доволен сам собою, над собственной душой хозяин сам, не размышляя над своей судьбою, не обращаешь взоры к небесам. О, где б ты ни был, кто б ты ни был ними, но если Иисус тебе не друг, и ты не пребываешь в Божьем Сыне, однажды жизнь выскользнет из рук. У пропасти дорога оборвется, и ничего не сможешь изменить. Сегодня, слышишь, истина дается тебе Иисусом, чтобы вечно жить. Тебя Творец желать называет Сыном, тебя желать принять, принять желает в райский дом. Оставь греховный бег в земной долине и, обратившись, примирись с Христом. И будет радость с ликованием неба, к тебе преклонится Творец миров,
и даст душе твоей святого хлеба и милости неизреченный кров. Аминь.